Вітаю вас! І знову в ефірі телестудії «Рось» ми маємо нагоду познайомитися з конкурсними роботами, представленими на Всеукраїнському фестивалі телерадіопрограм «Кобзар єднає Україну». Сьогодні у нашому полі зору програми, які вибороли перемогу в номінації «Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля». Переможець номінації – фільм Дніпропетровської обласної державної телерадіокомпанії Кирило Андрієнко «Загинув у боротьбі за Україну». Це розповідь про життєвий та бойовий шлях загиблого в зоні АТО командира групи спеціального призначення капітана Андрієнка. Але у роботі йдеться і в цілому про долі, які зламала війна, про героїзм і зраду, звитягу і мужність. Тож, дивимось. Он был большим патриотом. Он очень любил свою часть. Он любил свое дело, которым занимается, но не воевать. Воевать он не любил. Кирилл у нас был первый ребенок, конечно, долгожданный. 10 лет у нас не было детей, где только не лечились. Поліклініки, санаторії, Хоста, Мацеста, Сочі, по Україні. Уже уїжджали коли з академії, коли закінчував Москву воєнну академію. Хотіли брати ребенка. Ну, все ж, в 88-му году, коли я попав в Читу, в Забайкалье, после академии родился Кирилл, хотел сюда, на Украину, хотел увезти все-таки сына, своих детей от войны в Чечне, хотел я увезти. В детстве, конечно, по-разному было всегда. Были такие моменты, когда мы могли с ним ссориться, ругаться, держать какие-то там обиды друг на друга. Все это из-за мелочей, из-за каких-то, с каждым годом, чем старше становились, чем взрослее, то понимали, что братская дружба, вот братья должны быть всегда рядом и помогать друг другу. И это вот все время потом проявлялось и с его, и с моей стороны. Пытались друг друга поддерживать, какие-то наставления, советы. То есть так как-то по-братски очень все это происходило. В то время, когда мы были детьми еще, конечно, там сложно было бы какие-то качества выделить в нем. Ну, наверное, уже даже с тех времен я знал, что там у этого человека там, первое, у него отличное чувство юмора. Второе, он очень надежный человек. И вот больше всего там, что вот я в нем ценил всегда. Я был в нем всегда, ну, то есть это человек, в котором я на 100% уверен. То есть, в принципе, свою жизнь я бы ему свободно мог доверить. Первый класс пошли вместе в одну школу, за одной партой сидели до третьего класса. Ой, какой он был человек. Очень справедливый, очень справедливый. Вы спросили про какой-то случай. Мы когда-то шли со школы. Наверное, класс первый еще совсем маленький, и нашли игрушку какую-то. Ну и как маленькие, знаете, начали делить ее.
кому достанется. Он взял ее, выбросил и говорит, ну вот пусть она никому не достается. И вот этот случай, сколько там, 20 лет прошло, я помню, что вот он находил какие-то рациональные решения, как поступить, как, чтобы не поссориться, чтобы остаться друзьями. У него с детства интерес был. Интерес был к военной службе. У него какое-то стремление было. Мы даже в детстве, я там звоню, телефоны появились. Пойдем гулять. Он, нет, там фильм идет, или про Штирлица, или еще про... Ну, он мечтал у него военным быть, поэтому поехал учиться туда. Он же закончил здесь школу в Днепропетровске. Поступил в Днепропетровский государственный университет. Два курса отучился он. И сказал, пап, я, говорит, не хочу больше учиться. Я хотел бы, говорит, дальше учиться, служить, учиться. Хочу поступать в военное учебное заведение. Познакомились в институте УДХТУ, Днепропетровский химико-технологический университет. Кирилл сначала туда поступил, специальность химик-технолог, деревоперерабатывающая промышленность. Получается, это было в 2005 году. Проучился он там два курса проучился. Обычно на партах пишут всякие ругательства там, да, ну или на какие-то клички, еще там кто здесь был, там Вася, неважно. А он писал там котлета, борщ, такой. Любил борщ, котлеты. Ну, был порядочный, целеустремленный. Он, получается, ну, всегда, когда ставил себе цель, всегда ее добивался, достигал. В университете мы познакомились. Честно вам скажу, на тот период у всех мальчиков обычно играют гормоны, какие-то непонятные поступки совершают. Кирюша всегда был сдержанный. Мне всегда нравилась его такая вот мужская нота в нем. Вот он всегда был строгий такой сам по себе. Никогда никого не обсуждал, любил справедливость. И тихо-тихо, тихонечко так поступал в тот университет. Поступил он в академию. Я видел, ему нравилось. Он какой-то просто у него удовлетворение, радость какая-то была. Всегда приезжал, рад, довольный, счастливый. Он всегда там был уважаемый, всегда... Занимал призовые места, если какие-то соревнования в академии, он получал призовые места, награды на уровне начальника академии, начальника сухопутных войск. Кирило Леонідович був із таких, які він не показував себе, що ось я, от, дивіться, тягніться за мною, але весь особовий склад був, він був командиром відділення. Його особовий склад слухав. От. З перших днів не проявляв себе з негативної сторони. Однозначно показав себе з кращої сторони. Був відповідальним, це без ніяких угрузінь і совісті. Дисциплінованим курсантом. Постійно був на своєму місці. Під час ведення бойових дій, якби групи закидують на сутки, на двоє, на троє, на тиждень. Не зрозуміло, скільки часу вони будуть без їди, без води. От. І якби підтримати свій організм, от, буває. З кори виколупуються там черв'яки, от є опариші, от. Це чистий білок. Да? От. Черв'яків вони, ну, вони вже на першому курсі вони от, проводили от такі от експерименти над собою. От. Ну, ефективно, нічого.
третий курс на следующий. Вот это удлинитель на Н26. И стабилизация цепляется, смонтированная под резинку. Вот сюда. Всем ясно? Не тормозите, ёлки-палки. Кирило завжди був попереду, завжди намагався бути першим. Наприклад, коли ми здійснювали сходження в Карпатах і рухаючись по маршруту, навіть приходилось його зупиняти, тому що він хотів бути першим, хотів бути йти завжди попереду. От, і я був змушений його зупиняти, повертати. От, на заняттях так само, на полігоні він завжди був першим. І під час стрибків з парашутом, і під час відпрацювання інших питань. Чесним був, ввічливим, запам'ятався виключно з позитивної сторони. Жаль, що він немає з нами. Жаль, що сталося саме так. Он участвовал за время обучения в Академии 3 раза в военных парадах, 2 раза в киевских парадах, имел награды от Ющенко, медали. В Москве в 2010 году парад Победы 65-летия войны, Великой Отечественной войны, он также участвовал в Москве. Проходит парадный расчет Академии сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Во главе колонны начальник факультета Академии полковник Павел Синишин. В суровые годы войны около 11 тысяч офицеров отправились на фронт. 14 из них – герои Советского Союза. Среди курсантов – потомки героев-фронтовиков. Майбутні офіцерів, яких ми готуємо на протязі, можна сказати, 23 років незалежності нашої держави, мені би хотілося б відмітити, він не один такий, але є категорія курсантів, які є курсанти-відмінники, курсанти-медалісти. Він під ті критерії, можна сказати, підходив під 100%. В житті, в побуті він всюди був відмінник. Якщо виходили на полігон, працював також на відмінно. Виконував всі нормативи на відміну. В житті, при спілкуванні, якісь, як доросла людина такі, знаєте, більше своїх років, років на 5 такі. І коли я почув, що його не стало, якась боль в душі така, аж неприємно стало, що таких людей просто тіряємо. Мы познакомились, когда Кирюша учился в Академии сухопутных войск. Я работала преподавателем основ военного законодательства и международного гуманитарного права. Кирилла я сразу заметила. Он был самым статным, высоким всей группы. Мне очень понравился. Он был старшекурсником. Мы общались, он был отличником, он очень прекрасно учился, он у меня был самым успешным в группе курсантом. Встречаться начали уже через 2 года. Мы случайно встретились с ним на 9 мая. В городе был концерт, мы случайно встретились на концерте, и он меня пригласил выпить чаю. И мы пошли гулять с ним.
Через 3 месяца мы поженились. Через месяц он сделал мне предложение выйти замуж. Наверное, через 2 недели мы поняли, что мы уже поженимся. То есть я уже это чувствовала, он мне этого не говорил, но я чувствовала, что мне несусветно повезло. Это то, как он ко мне относился, не только до свадьбы, а вот все 3 года, которые мы женаты, это, конечно же, мечта любой девушки, любой женщины. Я вот... Он меня баловал. Он старался сделать все-все для меня, чтобы меня порадовать. И только у него была свободная минута, он старался каким-то образом продумать, как бы организовать так наше совместное время, чтобы мне было хорошо. Он был настоящий мужчина, прежде всего военный. Но с другой стороны, он был очень нежен, любящий, романтичен. Он любил весь мир. Есть фотография, где он стоит на горе, весь в снаряжении военном, и как бы пытается обнять руками весь мир. Он очень любил весь мир, он любил людей, он любил природу. Военная служба — это для него было прежде всего защита. Он всегда мне рассказывал, я говорю, почему военным? Он говорит, ты не понимаешь. Военные, они оберегают целостность, сохранность государства, они обеспечивают правопорядок. Вот если когда-нибудь что-то такое случится, это он мне говорил за год до АТО, до вот начала, до вот событий на востоке Украины. Если, не дай Боже, что-то в государстве произойдет, какой-то террористический акт, кого пошлют? Пошлют спецназ. Вот. Я буду выполнять свой долг, пусть даже ценой своей жизни. Парадную форму он действительно не любил носить. Он офицер, дефис, солдат. Он любил полевую форму. Полевых форм у него было очень много. Эта форма, я даже, вот есть рубашка, я даже не стираю. Его мама говорит, не надо стирать. Говорит, это все-таки он носил, поэтому никогда не буду отдавать его в химчистку, стирать. Он как-то даже запах у нас сейчас сохранился, Кирюшин. Любимый. Это его награды за короткий срок службы. Все равно он заработал, заслужил очень много наград. Вот тут есть награда. За службу, це за досягнення у військовій службі 2-ї степені, цю награду він отримав в кінці 2012 року, фактично в перший рік своєї служби в бойовій частині 3-му полку спецназу, після випуску, будучи ще лейтенантом. Це награда за сприяння військовій розвідці 2-го ступеня. Цю награду він заработав за участие в международных соревнованиях разведывательных групп, которые проходили в Великобритании, называлась Cambrel Petrel 2013, где он, как командир, заместитель командира группы, занял вместе со своей командой почетное третье место. Кирюше предложили должности на выбор. Но он наслышан был про то, что 3-й полк спецназа — это спецназ, боевая часть. Там очень серьезно относятся к боевой подготовке, именно к боевой подготовке. А он хотел быть профессионалом, он не хотел просто занимать какую-то, в кавычках, блатную должность. Он хотел быть боевым офицером, офицером-солдатом. Это было его стремление все всегда. И он поехал в боевую часть, в 3-й полк спецназа. Тем более, что там уже были, туда уже по распределению попали его одногруппники, друзья, сослуживцы. Он пришел, несмотря на то, что он офицер, он пришел, представился. Что не понимал, что не знал поначалу, спрашивал у нас. Ну, непосредственно дальше, когда он уже наработал какой-то опыт, уже мы у него что-то спрашивали. За долгие годы, сколько я в армии прослужил, редкость, когда приходят выпускники, офицеры, младший офицерский состав, командиры групп,
которые имеют все качества, которые имел Кирилл. Во-первых, он был грамотным, во-вторых, требовательным и к себе, и к личному составу. И в первую очередь он был командиром, за которым личный состав был готов идти на любую задачу. Принимает решение командир, но он выслушает всех. Вот у Кирилла это качество было присуще ему. Он всех послушал, решение принял сам. Это был мой первый рабочий день. Тогда были очень интенсив, тогда была подготовка серьезная. И первый мой рабочий день, это был марш 30 километров, мы шли на полигон с рюкзаками, в общем, как положено. Ну и так получилось, что не было к такому готов ни я, и ни ребята, которые с нами пришли. Ну, прошлись мы там, а уже все, говорю, я больше не могу. Все, говорю, не то, что не могу, а уже прям готов просто ползти. А Кирилл говорит, так, в чем проблема? Я дал мне свою воду. Так там, говорю, 3 литра воды, наверное. Давай, говорит, свою воду. Забрал он у меня эту воду, прошел там немножко, говорю, обратно не могу идти. Он обратно у меня забрал еще одну вещь. Потом мы прошли несколько там десятков километров. Он мне дает все обратно, говорит, видишь, 4 ты не сможешь пройти, но ты прошел. Я тебе возвращаюсь этой вещи, я уверен, что ты дальше пойдешь. И вот он с одним таким вот примером забрал лишний груз мой, и не только мой, моего товарища, который тоже не смог идти так же, как и я. Он нам показал, что все-таки, он показал, во-первых, куда мы попали, и кто мы такие, и чего мы стоим. Без него очень тяжело, безумно тяжело. И, ну, как вам объяснить, это, знаете, вот есть такое понятие «душа компании». Вот когда есть человек, и с ним, ну, состояние одно и то же. В принципе, мы общаемся все вместе хорошо, там, офицеры. Но есть одна тема общения. Когда появляется вот именно такой человек, как Кирилл, как-то оно более веселее, что ли, становится. Это вот жизнерадостно. То есть, был какой-то энергетика какая-то действительно у человека была. В октябре 2013 года он... В составе группы 8 человек попал в Великобританию, Украина. На эти соревнования попала впервые. Никогда в истории Украины за 23 года Украина не представляла свои войска спецназа такого масштаба, когда принимали 127 стран мира, участвовали в этих соревнованиях. Они не зная, то есть они не успели еще полностью акклиматизироваться, полностью не изучили маршрут движения. Экипировка у них тоже была слабая. Но они сделали результат достойный, очень достойный. Они шли на первое место, на первое место. Но так как принимали, это ж масштаб был мировой соревнований, спецслужб сильнейших мира, им... В общем-то, предложили третье почетное призовое место. Очень сложная местность, тяжелая безумно была. И когда уже, скажем так, был переломный период собраться идти или делать, или уже сесть и смириться с каким-то определенным достижением, которое мы уже посчитали, что мы достигли. И вот, наверное, благодаря Кириллу и вот этим его... Может, подколом, там, что, типа, какие-то там англичане где-то в чем-то на слушай, и действительно выдался случай доказать. Вот именно весь личный состав группы, он собрался. Кирилл лучший, лучший из всех. Это говорили люди с большими званиями, гораздо больше, чем Кирилл носил погоны. И вот Стас мой командир и командир Кирилла, и он мне говорил, Кирилл лучше меня. То есть о чем можно еще, какой критерий можно найти, если услышать из уст такого же офицера выше по званию, сказать, Кирилл лучше меня. Его мать родом из Сибири, из России, и он очень любил мишек. Тоня очень любил мишек, я ему всегда дарила... плюшевых мишек. Увидела этого мишку, тут на бирке написано «Днепропетровск», а Кирюша все-таки вырос в Днепропетровске. И он этого мишку забрал с собой на службу. Он жил в Кировограде, служил, можно сказать, в Кировограде.
И он его очень любил, часто с ним приезжал даже, потом обратно его в рюкзак ложил и увозил. И уже когда он погиб, его друг Антон Янцевич, сослуживец, сказал, что когда он скучал за мной, он, говорит, брал этого Мишку и всегда его очень крепко обнимал. Вот. И теперь я тоже этого Мишку просто не выпускаю из рук. Противник північний розв'язав агресію з метою захоплення Запорізького операційного району. Проник в глиб держави до міста Херсон. На початок червня південні провели наступальну операцію та відновили лінію державного кордону. Основним завданням південних є проведення стабілізаційних дій в районі міста Херсон з метою знищення регулярних військ північних, що залишились в цьому районі, пошук та нейтралізація незаконних збройних формувань. Хоровод, хоровод, я Дніпр, прийом. Он мне вначале даже не говорил, что он в АТО уехал, что он на войне. Он говорил, да, я где-то, я тут рядом, возле Кировограда. А потом я уже узнала, что он еще в конце апреля уже брал активное участие в АТО. Останнє ми з ним зустрічались уже в зоні АТО, за кілька тижнів до його загибелі. Пам'ятаю останній жарт, з яким ми з ним власне попрощались після сніданку одного дня. Це було, казав йому Кирил, у тебе занадто інтелігентний вираз обличчя для твоєї професії. Ми, звичайно, сміялися, це був просто жарт. Але усі, хто знає Кирила, дуже пригадують добре, власне, це таке добру усмішку, це добрий вираз обличчя на власне Кирила. Коли він мені дзвонив во время АТО, він ніколи мені не жалувався. Ніколи. Не говорил, что он себя плохо чувствует или он устал, он всегда старался меня подбодрить. Очень такие серьезные задачи, как оказалось, он выполнял, но за которые ему уже тогда, в период, в апреле, он получил капитана, то есть уже за конкретные задачи там и в Краматорске, и, ну и вообще в зоне АТО. То есть ну, такие операции, казалось бы, ну, для обычных людей. Кажется, невиповнимим, може бути. Очень професіональним був. Я знаю про два аеропорти. Да, это про Донецкий. Это штурм нового терминала Донецкого аэропорта, который сейчас до сих пор держит. Его уже назвали во всех средствах массовой информации неприступной крепостью. Так сказать, наши киборги там эту держат этот терминал. Не сдают аэропорт, он такой уже культовый, как Брестская крепость, можно так сказать, если провести параллель. Вот, в документах я там читал, что брат принимал участие в штурме аэропорта нового терминала. Вот. Ну, как видите, удачно захват произошел. Краматорск тоже, да, они брали штурмом аэропорт Краматорска. И брат там был комендантом аэропорта после штурма, когда они взяли этот аэропорт. Его назначили там главным комендантом в подчинении, я не знаю, около 60 человек было. Он вот именно занимался, расставлял эти секреты, дозоры, вот, командовал непосредственно обороной. За это и получил он серебряную медаль, нагрудный знак, за оборону аэропорта Краматорска. Как-то мы столкнулись взглядами. Я ж не знал его ни должности, ни имени. Я не мог себе представить, что он даже разведчик. Настолько дитина, это я уже после узнал, что ему только 26 лет. Был капитаном специального разведывательного там, батальона или как они там. Просто нормальный парень, интеллигентный, культурный, вежливый. Никогда бы не мог подумать, что он военный разведчик. Поэтому по возрасту он для меня ребенок, поэтому так как бы мы и перекинулись и сказали, для чего ты здесь? Говорит, для того, чтобы как-то легче вам было. Я говорю, а мне неудобно перед тобой, потому что ты по возрасту мой ребенок. Вот такая у нас была беседа. Насколько я знаю, вот как командир рассказывал, его командир отряда, с 16 апреля это было, когда не могли прорваться наши боевые машины десантные, несколько машин, 4 или 6 машин. Кирилл их вывел,
спас, короче, экипажи, офицер, с контрактников солдат спас, офицеров, вывел их на аэродром в Краматорск. Аналогично и по Славянску, там 6 боевых машин десанта. Они тоже отбили у боевиков и вывели на аэродром Краматорск, захваченный полностью. Славянск тогда полностью контролировался боевиками, Краматорск через захваченную боевиками территорию. И вот это приказ начальника генерального штаба о переводе Кирилла. 23 марта подписан начальником Минштаба о переводе его во Львов на вышестоящую должность штабную 80-ю аэромобильную бригаду. То есть учить своих подчиненных, офицеров, десантников. Ну, Кирилл, этот приказ, конечно, он видел. Он не стал писать рапорт, ничего не стал писать рапорт, но он сказал на словах командиру части о том, что, говорит, пока не закончится война на Донбассе, я, говорит, останусь со своим полком до конца войны. И он свое слово сдержал. Сдержал свое слово и погиб. Я очень на него давила, чтобы он перевелся, но я прекрасно понимала, что своих братьев во время войны, во время трудностей, опасностей он никогда не бросит. В первую очередь это защита Родины, а в последующем, когда я выполню свой долг, тогда я переведусь уже в другую часть. Потому что он говорит, у меня есть мой подчиненный личный состав, если я переведусь, некому будет ими командовать. Он говорит, я знаю их, они знают меня, они мне доверяют, и я им доверяю. То есть мы как одно целое, мы сможем выполнить задачу. Если нас разбить на мелкие группки, то, он говорит, скорее всего, группа не справится. Ну, не группа не справится, просто будет очень тяжело. Был момент такой, когда их отпустили буквально на 3 дня. Он приехал сюда домой, приехала Алена, его жена со Львова. Мы здесь все встретились, обрадовались. Он худой, конечно. Рассказал, все нормально, все хорошо, вы не переживайте. Главное, за меня не переживайте, не волнуйтесь за меня, потому что, говорит, если вы будете за меня переживать, я это буду чувствовать, и мне будет передаваться ваше волнение. Мы разговаривали только о будущем, что вот война закончится, он вернется, и все это будет в прошлом. Мы собирались завести ребенка, а потом он хотел поступить в дипломатическую академию. Но война вносит свои коррективы. Во время этой, так сказать, непровозглашенной войны еще, когда со стороны России завозилось много переносных зенитно-ракетных комплексов, всевозможного вооружения такого, вот сбивали очень много наших вертолетов, вот приходилось выдвигаться группам, там, в том числе и группе моего брата, на эвакуацию, либо сбор тел вот этих, как правило, вертолеты падали там на вражеской территории, сбивались и контролировались. 23 числа сбили 2 самолета, 2 Су-25. Значит, 2 летчика оказались в этом районе, в районе Дмитриевки, Саур-Могилы. Наши там были рядом. То есть у нас уже Степановка была, вот от Степановки до Дмитриевки там буквально 10 километров. И вот командование приняло решение послать, значит, их срочно послать спасать летчиков. И вот им дают команду, значит, они от Солнцева за 80 километров выдвигаются туда на Уралах. Уралы это у них везде во всех документах, это средство доставки. Доставки группы к выполнению боевой задачи. А тут им дают команду туда, куда не могли пройти и группа не могла зайти, туда, куда не могли пробиться наши там войска, там с артиллерией, с танками, со всем, дают команду на Уралах 19 человек пробиваться на ту сторону, что они сделали. После того, как они ездили по этому Латышево, гудели, село находится, там не село, а одна улица, и то дома только с одной стороны, спрятаться негде, все холмы вокруг контролировались сепаратистами, все вокруг было видно. Тем не менее, они искали летчика, не нашли. Все это, конечно, докладывали командованию. Ну и самое главное, вот этот преступный приказ. Получил приказ остаться на ночь и продолжать поиски. Меня там не было с ними при выполнении этой задачи. Но то, что некоторые моменты при выполнении этой задачи противоречат руководящим документам,
по применению войск специального назначения. Это такое есть. Латышево – это село, это которое находится между Дмитриевкой и Снежное. Это были два основных самых мощных гарнизона. За этими селами находились наши 4000 человек, заходились в котле, уже неделю находились. И вышли из котла, там остатки 1000 человек, вышло только почти через 10 дней, после 29 числа. Остатки, те, которые не сдались, которые не ушли в Россию и которые не погибли. И пробиться к ним туда уже пытались неделю. Там куча войск было, пытались пробиться туда, не могли пробиться. Спецназ группами даже туда не могли пробиться. Почему? Кто их послал, как говорится, за линию фронта и тем более оставил их на ночь? То есть это был явно преступный приказ. Почему собрали самых лучших? Вот самые лучшие, кто были в отряде, в полку, их всех туда послали и там, можно сказать, уничтожили. Я рассматривал карту, я рассматривал местность. Мне некоторые люди рассказали те подробности выполнения задачи, которые можно было рассказать. И я для себя сложил мнение такое у меня сложилось, что группа была заблаговременно сдана. То есть то место, где они оставались, было заблаговременно известно. И команду на то, чтобы им нужно было остаться там, я думаю, чтобы Кирилл не принял бы такого решения. Зная его, зная то, как он берег людей себя, он бы никогда в жизни не принял такого решения. То есть это было спланировано, просто их сдали, предали. Подъехали сразу сходу два БТРа, БМП и бронированный Урал подъехали. Люди спешились уже заранее, они знали, что они в этом месте, спешились и полукругом окружились. И началось то, что началось. То есть началась эта стрельба сразу на уничтожение. Кирилла, Андрея Шершня, это то, что вот рассказывали ребята с группы, их просто взяли, добили. То есть ребята были ранены, они сами себя перематывали, но просто бесчеловечное поведение, или я не знаю, как. Взяли просто и добили. Война есть войной, да. Убивают, кто-то ранен, кто-то получается убит. Но когда раненых добивают самым так жестоким образом, а их добивали прикладами по несколько раз по голове, самым таким варварским способом. Это не война уже. Это садизм называется, который не сопоставим с каким-либо боевым действием. Это садисты. Основной вопрос, кто отдал приказ остаться им там на ночь. После того, как они туда доезжали, их уже обстреляли, уже было известно. И этот приказ, это был преступный приказ. От кого он исходил и все. Понятно, что он исходил с самого верха, даже это, я не думаю, что это приказ давали в части. В части до такого приказа точно не дали. Должны понести ответственность те, кто добивал. Они на видео сняли видео, когда собирали тела, они сняли видео, когда допрашивали пленных. Они смеются, они улыбаются, они там приехали с России на сафари пострелять наших парней. Плюс то, что у них тут, конечно, и агентуры много, и все. Эти преступления против военных, преступления там, добивания пленных и тому подобное, они не имеют сроков давности. Все страны мира, там, мы сами знаем вот, случаи, когда там людей уже там по 90 лет им с чем-то, их еще там за войну, за Вторую мировую ищут и судят, и они отбывают, как говорится, наказание. Я считаю, что то же самое. Мы должны все эти лица, все люди, которые там участвовали в этом, они должны быть найдены и должны понести ответственность за это. Этот человек для нас был нечто таким большим. Есть песня, когда поется, что «Опустила без тебя земля». Раньше я не понимала смысла этой песни. Без Кирилла действительно все не так. Мы потеряли не просто там человека, не просто военного, не просто друга. Страшно становится думать о том, что будет с Украиной, потому что
Разные есть люди, разная молодежь. Он молодым умер 26 лет. Это цвет нации. Это люди, которые должны жить в этой стране, которые должны поднимать ее. Очень жаль, что вот так вот уходят настоящие, настоящие мужчины. Он всегда своих подчиненных учил. Вы на войне, мы на войне. И если что-то случится, случится. А на войне всякое может быть случится. Кто-то может быть ранен, кто-то может быть искалечен, кто-то может быть погибшим быть. Но вы всегда должны быть настроены, вы должны понимать, что если даже ты погибнуть придется, то это не самая худшая смерть. А смерть все-таки достойная. Достойная смерть. Очень скучаю. Снись, моя любовь. Він не хотів воювати, але він хотів, щоб українським громадянам було жити безпечно у безпечній державі. Я його пам'ятаю, коханого. Дуже тішуся з того, що він похований у Львові. Разом з іншими хлопцями-героями я тішуся з того, що він біля мене. Я тішуся з того, що наші львів'яни, гості міста, щодня, справді, без перебільшення, щодня приходять до нього, хто квіточку, хто свічечко, хто просто щирою молитвою його пам'ятає. Це дуже важливо для хлопця, це дуже важливо для мого чоловіка, що його пам'ятає, тому що саме заради кожного з цих людей, кожного з громадян, він загинув. Сподіваюсь на те, що держава так само буде його пам'ятати, ставитись до нього, як до героя. І люди, приходіть, будь ласка, тому що хлопці варті того, хлопці загинули за Україну, за її майбутнє. Мною подано клопотання щодо зарахування навічно до списків Академії сухопутних військ капітана Андрієнка як збереження пам'яті героїв, так і патріотичного виховання майбутньої молоді на прикладі мужності, героїзму, патріотизму, любові до своєї батьківщини. Наступна робота, яку ми пропонуємо до перегляду, теж представлена у номінації «Ще не вмерла Україна. Ні слава, ні воля» і за рішенням журі посіла друге місце. Документальний цикл наших колег з Полтавської обласної державної телерадіокомпанії Аліни Кваші і Сергія Блавацького «Поборники незалежності Полтавщина» присвячений героям, які поклали своє життя за українську державність. Серед них і наші сучасники, активні учасники Євромайдану, герої Революції Гідності Ігор Сердюк та Андрій Черненко. Не спи, моя рідна земля, прокинься, моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок. Все дивляться пильно з небес, загиблі поети й герої, всі ті, хто так вірив у світле майбутнє твоє. Герої Небесної Сотні. Андрій Черненко, Ігор Сердюк. Я бачив, як живуть люди, і я хочу, щоб і ми так жили.
веселий, завжди усміхнений хлопець, вірний друг. Довкола нього гуртувалася молодь, він був суцільним святом. Та снайпер обірвав його молоде життя, сиротою залишилася семимісячна донька. Андрій Черненко, герой Євромайдану, народився 9 грудня 1978 року у селі Слободопетрівка Гребінківського району Полтавської області. Дитинство пройшло у Черкасах, де й тепер живуть його батьки та брати. Закінчив Національний транспортний університет. Сам Андрій Черненко мешкав у Києві. За фахом Андрій був інженером-технологом, але працював автоелектриком. Кілька років із 2008 по 2012 подружжя Черненків працювало у посольстві України в Нідерландах. Йому було лише 35 років, коли загинув на Київському майдані. Після його смерті осиротіли дружина та маленька донька Яна. 18 лютого, поранений у груди із проникаючим вогнепальним пораненням, він був доставлений із будинку профспілок до 17-ї лікарні. 21 лютого, 19.17. Заява українських дипломатів в Нідерландах. Трагічні події в Україні останніх місяців, а особливо останніх днів, які не мали прецедентів в новітній історії України і масштаб яких важко збагнути, не повинні залишити байдужим жодного громадянина нашої держави. Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих і поділяємо їх сум. В цей момент нам важко висловити нашу скорботу словами, вона занадто велика. Цими трагічними днями загинув у Києві наш друг та колега Андрій Черненко, який працював у посольстві України в Нідерландах в 2008-2012 роках. Наші серця та думки сьогодні з його родиною, дружиною Оленою та семимісячною донькою Яною. Олена Черненко тривалий час працювала перекладачем у посольстві України в Нідерландах. Андрій теж був там 4 роки, тому добре знав, як живе Європа, бачив на власні очі. Він постійно говорив друзям і рідним: «Я побачив краще життя, хочу, щоб і ми так жили». А коли з євроінтеграцією не склалося, він, не роздумуючи, почав ходити на народні вічі. Майже щовечора після роботи він укладав нашу Яночку спати і йшов на Майдан. Вдень працював на СТО, а ввечері – на барикади. Коли почалися бойові дії, він возив шини на своїй машині. Він не брав у руки зброю принципово. Казав, що ми переможемо без зброї, бо ми вийшли на мирний протест. Останнього разу я його проводжала туди 18 лютого о 9 вечора. Поховали Андрія Черненка у Слободопетрівці Гребінківського району Полтавщини. На похорон героя Майдану зійшлося майже все село. Приїхали активісти із Чорнухинського, Лохвицького та Пирятинського районів Полтавщини. Коли домовину виносили з хати, хтось із друзів Андрія вигукнув: «Слава Україні!» Усі присутні в один голос відповіли: «Героям слава!» До цвинтаря кілька кілометрів тіло Андрія несли на руках. Він був воїном і в мирний час, хоча займався технікою. Коли він служив у армії в Мукачевому, то під час повені показав себе справжнім чоловіком. Рятував мирних жителів. Усі, хто виступив на панахиді, дякували батькам за сина героя. Співчуття родині Героя Небесної Сотні висловив надзвичайний і повноважний посол Королівства Нідерланди в Україні Кейс Кломпенхауер. Одну з вулиць села планують назвати іменем Андрія Черненка. Ігор Сердюк. Народився 3 листопада 1969 року в Кременчуці Полтавської області. Підприємець, член Всеукраїнського об'єднання «Свобода», учасник національного руху Кременчука, активіст Євромайдану, прапороносець 9-ї сотні самооборони Майдану. Загинув 18 лютого 2014 року від пострілу в обличчя впритул. Ігор почав їздити до Києва з перших днів Євромайдану. Мені кажется, они до конца думали, что это мирная акция, и никто не сможет стрелять. Они шли на мирный митинг к Верховной Раде, организованно своим отрядом, своей сотней. 18 лютого під час спорудження барикад неподалік Маріїнського парку у результаті сутички із тітушками та беркутівцями йому вистрілили в обличчя на перехресті вулиць Інститутської та Кріпосного провулку.
Беркут начал активно действовать, бросать шумовые гранаты, наступать, бросать камни. А назад Путин был уже отсечен теми тетушками, которые вернулись. И они были зажаты. И выстрел прямо в лицо, когда Игорь упал, то он очень, наверное, напугал бойцов, потому что пришлось, по-моему, их группе даже разделиться для того, чтобы, ну, как-то скрыться от наступления. Ігореві Сердюку було 44 роки. Поховали героя 21 лютого у Кременчуці. Провести його в останню путь прийшло понад 2000 людей – рідні, друзі, бойові побратими, земляки. У труну поклали квіти, протигаз та каску з написом «Тільки перемога». Над кладовищем лунало багатократне «Слава Україні! Україна понад усе! Героям слава!» А потім разом присутні заспівали «Державний гімн України». Зупинялися люди, плакали, звинувачували Януковича у загибелі Ігоря Сердюка та інших патріотів України. Відспівали Герої Небесної Сотні у Кременчуцькому Свято-Миколаївському соборі. Настоятель, отець Володимир, сказав, що загиблий віддав життя за волю України і закликав усіх молитися за полеглих на Майдані. У Ігоря Сердюка залишилася дружина Ірина та донька Олександра. Вони стійко трималися у найтяжчу хвилину свого життя, прощаючись із чоловіком і батьком. Ігор завжди був всю свою життя яким-то революціонером. Він завжди боролся з яким-то проявленням несправедливості своїми методами. І тому він був на своєму місці на Майдані. Ну, спочатку у мене не було такої мислі. Но когда многие люди, друзья, знакомые говорят, что он не отсиделся дома, что они тоже могли бы там быть, но не были, но считают, ну они мне сказали с уверенностью, что он герой. И тогда я поняла уже, да, когда народ назвал их Небесной Сотней, когда скандировали героем слава, раньше я не понимала, каким героем слава. А теперь не понимаешь. Герои у нас есть. Громада Кременчука виступила з ініціативою перейменувати на честь загиблого героя головну алею міського парку «Ювілейний». Не спи, моя рідна земля, прокинься, моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок. Все дивляться пильно з небес, загиблі поети й герої, всі ті, хто так вірив у світле майбутнє твоє. Нагадую, що сьогодні ми показували роботи, представлені у номінації «Славні нащадки славного роду» Всеукраїнського фестивалю телерадіопрограм «Кобзар єднає Україну». Дякую, що були з нами. Далі буде.